Я уже показывала видео запах скошенной травы. Но это тоже такая же тема. Несмотря на то, что много людей выехало, мы стараемся поддерживать порядок на своем микрорайоне и чистоту. И по возможности бороться с зарослями. Не, ну есть, конечно, такие места, где куда не доходят руки. Но если бы многие так жители хоть немножко отнеслись к своим улицам. Вот сколько проезжаю по разным улицам, прохожу. Все выкошено, порядочек такой. Волки не выют, как мне бабушка говорила. А сегодня решили в тех домах, которые уже без людей, брошенные, вот такие вот бурьяны подросли, да? Дождей много в этом году идет. Решили их выкосить. Потому что я вчера ходила, ну там руками рвала в одном месте. Ну, руками неудобно. И попросила такого товарища вот мне помочь с косой. Пришел с косой. Сейчас мы вот эти заросли ликвидируем. Потому что людей очень много вот ездит по нашей улице. И гости города. И сами жители. И вообще скоро эта амброзия зацветет. Да. Исторический момент. Вот. Ну да, шо, Витя, ну смотри. Центральная улица, асфальт. А у нас такие заросли. Вот эта сторона как раз не охваченная у нас. Дальше там я руками вырывала. Дальше там триммером парень все время подчищает. Вот еще здесь заросли немножко. И Угольков за мной поскакал. Ты куда так далеко? Далеко. Нельзя далеко. Валяйся тут. Сейчас я буду назад идти. Схожу в магазин. Кисуля, ты чей? Ты чей, кисуля? И собачуля. Да? Охраняете друг друга. Кушать хотите? Сейчас я вам что-нибудь вынесу. Вы привезли сегодня косточек, завтра будут косточки. Держи хлеб. На хлебушек. Держи. Завтра будут косточки. Яблонька какая. Интересная. Как со сказки. Когда девочка бежала, яблонька, спрячь меня. Печка, спрячь меня. Ой, ой, гонки, гонки. Козленик. Такие окрестности у нас. Такая прогулочка. И прогулочка, и работа. Вчера я работала, сегодня у меня помощник есть. Запах полыни. Аромат полыни. Обалдеть запахи. Угольков, пошли домой. Угольков, пошли домой. Что, дождался меня, да? Пойдем домой. Пойдем. Пойдем, пойдем. А то собаки там бегают. Устал, да? Пошли, эту машину тебе задавит. Ай, морда ты. Ты морда. Морда. Мяу. Не надо валяться на дороге. И собаки, и машины, и все, что хочешь тут. Пошли домой. Нет, это что, это то, что во дворе не... Я понял. Нет. Да. Наверное, уже наш, да? У нас тоже. Кишка пришла, назвали Пушинка. И так и осталось. Вот уже 6 месяцев. Понятно. Войны. Вот и этот военный кот.